Напомню, отдать свой голос можно на избирательном участке по месту прописки, а также можно проголосовать у себя во дворе. Как организован этот процесс в Малокарачаевском районе, узнавал Руслан Джукаев. 25 июня в Карачаево-Черкесии началось предварительное голосование по поправкам в Конституцию России. Большинство жителей республики уже успели выразить свое мнение. В Малокарачаевском районе также работали все участки. Могу сказать, что мы делаем огромный прорыв вперед. Мы ставим свои приоритеты над международными, которые хотят нас задавить. Главенство, получается, Конституции России над международными институтами. Теперь дальше мы сохраняем целостность страны. Значит, практически ни один из руководителей нашей страны, будь то Владимир Владимирович Путин, будь то кто-то другой, не имеет права вести переговоры от отторжения наших территорий от страны. Напомню, жители республики могут отдать свой голос на избирательном участке по месту прописки. А для маломобильных граждан и людей, чья профессия обязывает находиться на рабочем месте, предусмотрено выездное голосование. Таким образом, проголосовали сотрудники Краснокурганской поликлиники. Я не могла остаться в стороне и не отдать свой голос, потому что я работаю с детьми. Педиатрическая служба заботится об их здоровье. А Конституция – это основной закон нашей страны, по которому и будут жить наши дети. И заботясь не только об их физическом здоровье, но и об их будущем, я отдаю свой голос. Важность поправок отметили и ветераны в Малокарачаевском районе. У нас менталитет такой. Мы с молоком матери впитали любовь к своим родителям. А там есть статья в Конституции, что основой является общество, является семья. Не родители номер один, номер два, а папа, мама. Поэтому мы все национальности, которые проживают в Карачаево-Черкесии, уважаем старших, уважаем родителей. Важный аспект проведения голосования – это безопасность избирателей. На всех стационарных участках предусмотрены все средства защиты. Каждому избирателю выдается индивидуальный пакет. Что туда входит, вы, наверное, уже знаете. Туда входят маска, обязательно перчатки, ручка и антисептические препаратики маленькие, индивидуальные, разовые. Все это входит в индивидуальный пакет. Избиратель берет этот пакет, использует полностью и после этого начинает голосовать. Глава Малокарачаевской районной думы поблагодарил жителей за активное участие в поправках главного документа нашей страны. Я надеюсь, что вот, учитывая все это, наши избиратели сделают осознанный выбор, отдавая свои голоса за вносимые поправки в основной документ нашей страны. И, пользуясь случаем, я хотел поблагодарить всех наших избирателей за то, что они принимают самое активное участие в голосовании. Руслан Джукаев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, из Малокарачаевского района.